Сначала я хочу сюда пригласить человека, которого здесь явно не хватает. Кэтлин, сентиментальных, заходи. Это Кэтлин, Ого. Прошу, простите меня, пожалуйста, за опоздание, но мне что-то реально было тупо лень вам оставлять заявку, честно. Для вас это привычно? Ну да, это же природа. Мне жаль, что вам так смешно все. Мне правда жаль. Мне вообще не жаль. А вам, кстати, не скучно быть вот такими взрослыми, серьезными тетками? Ну, честно. Ой, простите, это я просто много газировки выпью. Вы всегда демонстрируете такую экспрессию, эмоциональность? Да нет, почему? Я могу быть абсолютно разная на самом деле. Просто, ну, сами понимаете, что под моими всеми масками, да, прячется очень травмированная девочка. И если вам, ну, не слабо со мной поработать, возьмите меня, пожалуйста, на проект, потому что вы мне вот очень нравитесь, вы мне импонируете, и я думаю, что я смогу вам довериться.